Меган Фокс, американская актриса и фотомодель. Меган Денис Фокс родилась 16 мая 1986 года в штате Теннесси. Отец будущей знаменитости работал надзирателем, присматривал за условно освобожденными преступниками. Когда дочке исполнилось 3 года, родители развелись. Мама Меган вскоре вновь вышла замуж, а семья переехала во Флориду. Отчим будущей актрисы был настолько строг с падчерицей, что это приводило к бесконечным нервным срывам девочки. Меган также не отличалась спокойным характером. По словам школьных друзей знаменитости, в детстве голливудская звезда была агрессивной и неуравновешенной. В 15 лет девушка вместе с матерью переезжает в далекий Лос-Анджелес, где начинающей актрисе не очень везло, поскольку в кино изначально доставались эпизодические роли. Известность к Меган пришла как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры. Месть падших», а также по роли Эйприл О'Нил в «Черепашках-ниндзя» и «Черепашках-ниндзя 2». В личной жизни Меган долгое время все было спокойно. Американка никогда не пыталась снискать себе славу многочисленными звездными романами. Меган Фокс вышла замуж в 2010 году за актера Брайана Остина Грина, с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы. У супругов есть 3 сына. В течение семейной жизни Фокс и Грин считались идеальной парой, которая не пестрила скандалами и интрижками на стороне. Пристрастие к наркотикам — наверняка самый негативный факт из жизни голливудской знаменитости. Актриса лично заявляла, что перепробовала все виды наркотических веществ, из которых больше всего ей понравилась марихуана. Подтянутая и спортивная. Рост Меган – 163 сантиметра, вес – 52 килограмма. Такие ассоциации возникают у телезрителей при упоминании имени актрисы Меган Фокс. Звезда на все вопросы о физической форме без лишнего кокетства отвечает, что такой результат — в первую очередь заслуга генетического наследия, но никак не показатель собственных усилий. Ибо по природе своей она ленива, а физические упражнения зачастую становятся настоящим испытанием, равно как и жесткие диеты. В марте 2017 Меган предстала перед объективами фотокамер почти голой. Фокс представила собственную коллекцию нижнего белья. Фанаты сравнили эту фотосессию со съемками для журнала Playboy.